Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. В своем предыдущем видео я показывала вам свой способ проращивания семян. И вот пришла уже пора. Семена у нас хорошо проросли. Высаживать их уже в подготовленную специальную почву. То есть грунт для рассады. Также можно и в свой домашний приготовленный грунт. Очень много есть видео на эту тему на YouTube. У меня еще нет, но когда-то я сниму и более подробно покажу вам. Хотя для рассады я использую покупной грунт. Вот так вот семена у нас проросли в теплом месте, в ватных тампончиках. Я их смачивала, сбрызгивала водичкой, выкладывала между двух тампонов семена, накрывала крышечкой и держала в теплом месте. И вот так семена у нас проросли. Здесь семена в основном перца и баклажана. Томаты я буквально один сорт только на проращивание поставила, чтобы были ранние томаты. Они будут у меня потом в рассаднике и уже потом позже в открытом грунте будут расти. А перец и баклажаны, скорее всего, что сразу будут идти в открытый грунт. Возможно, под парничок поставлю. Ну, будем смотреть, какой будет год, какая будет температура и так далее. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Впереди будет очень много интересных и подробных видео. Также есть у меня видео, плейлист томаты, перец, баклажаны, как я выращиваю, сохраняю баклажаны, чтобы жук колорадский не нападал на них. Очень отличный способ. Зайдите, посмотрите, всем рекомендую. Также у нас есть еще один канал, кулинарный Алла Назаренко, где мы все, что мы выращиваем, овощи, фрукты, ягоды, готовим прекрасное блюдо. Так что буду рада видеть вас в своих подписчиках. Ну что ж, работаем дальше. Грунт мы засыпали в кассету, полностью уплотнили ее немножко. И вот я показываю вам способ, хочу объяснить и показать. Вот если мы грунт выкладываем в кассету и не проливаем его, выкладываем сейчас семена. Вот вы забыли пролить грунт, да? У меня было это несколько раз, о чем я потом очень жалела. Закладываем сейчас в луночку, которую мы сделали, глубина 1 сантиметр семена. И опрыскиваем водой после уже, да? Накрыли немножечко почвой. И таким образом семечко заглубляется очень глубоко, очень долго сидит в земле, и есть такая угроза, что она может просто сгнить, пропасть и так и не выйти на солнышко. Ну, я, конечно, вот показываю пример, но я не сильно землей буду засыпать, чтобы у меня семена не пропали. Это я вам вот объясняю. Поэтому, как только вы в кассету добавили грунт, сразу ее почву увлажняйте. Так она уплотнится, осядет, и когда вы уже проросшие семена будете укладывать в луночки, оно уже никуда не уйдет, не денется, останется на том же месте, будут ранние всходы, и будет все у нас хорошо. Вот я показываю, как бы вам, возможно, на видео оно не так видно, но я объясняю, чтобы было понятно. Почва не пролитая, рыхлая, и вода тянет за собой семечку туда вниз глубоко. Поэтому сначала проливаем, делаем луночку, потом выкладываем проросшие семена. Сверху добавляем почву и еще раз с опрыскивателя проливаем легонько-тихонько. После чего все подписываем, для того, чтобы мы могли в дальнейшем проконтролировать сортность томата, перца или баклажан.
как этот сорт вегетировал, какое было плодоношение, и уже определиться на следующий год, оставлять нам этот сорт или нет. Обязательно подписывайте, потому что у меня очень часто было, вот вроде бы хороший сорт, смотрю, хорошо плодоносит, не болеет. А как он называется из большого количества сортов томатов, мы уже и забыли. Ну и опять год как бы теряем, на следующий год опять высаживаем, смотрим, экспериментируем. Вот это для новичков, кто вот начинает, стартует, это такой вот мой жизненный опыт. Поэтому я сразу подписываю, смотрю и уже знаю, какие мне баклажанчики оставить, какие хорошо растут, развиваются, как плодоносят, перчик также. Ну, понятно, что нужно все прописывать, как вы их выращиваете, система, схема удобрения, полива. Это тоже немаловажно, потому что один и тот же сорт, вроде бы, как вы 2 года подряд выращиваете, но если будет разная схема полива, удобрения и плюс климатические условия, то, конечно, не будет одного результата на высокий урожай, это тоже нужно понимать. Так, среднее себе выводите, и время, и жизнь всему нас научит. Накрываем пленочкой. Все мы посадили, посеяли, подписали и ставим опять в теплое место. И теперь определяемся по срокам и температурный режим. Для проращивания семян у нас уходит около 8 дней. Температуру держим 25 градусов. Для всходов также температуру можно держать 25 градусов. Но для того, чтобы рассада у вас не вытягивалась, и у меня также, я держу температуру 20 градусов днем и 16 ночью. Но на стадии одного настоящего листочка я уже провожу полив с подкормкой. Это монофосфат калия 20 грамм на 10 литров воды. Это помогает рассаде увеличивать корневую систему и не вытягиваться вверх. По срокам посева, значит, вот томаты у нас получается от посева до высадки в открытый грунт в среднем 60 дней. Перец от посева до высадки в открытый грунт 70 дней. И баклажаны от посева до высадки в открытый грунт 80 дней. Эти сроки помогут вам сделать свои расчеты для выращивания рассады согласно своих климатических условий. Ну что ж, мои дорогие, до новых встреч. Не забудьте подписаться на мой канал. Следующее видео будет, как мы пикируем рассаду в стадии 3 листочков и много другой полезной проверенной информации. До новых встреч. Пока-пока.